Батьківські поради. Похід у дитячий садочок – це перший серйозний етап соціального життя дитини. Досі малеча спілкувалася тільки з членами родини, приятелями, сусідами або тими, кого дорослі запрошували в дім. І от багато незнайомих облич. З одного боку, дитину оточують нові враження, і це може трохи налякати малечу. А з іншого боку, багато іграшок, інших діток і усього цікавого. Чому ж одні дітки йдуть до садочка із задоволенням і з нетерпінням чекають походу до садочка, а інші влаштовують батькам істерику і категорично не хочуть залишатися хоч і цікавому, але новому і незвичному для себе місці? Давайте поговоримо про те, з якого віку віддавати дитину до садочка. Я вважаю, що ребенка треба відводити з раннього возраста, якщо є можливість, в два-три года он должен идти в садик для своего развития, для общения с детками, потому что мама и папа не может дать того, что дает садик и детки, и они друг у друга учатся всему. Как минимум, наверное, держать ложку, просить кушать в туалет. И если показывать, если что-то болит, показывать, что что-то болит, какие-то, минимальным словам, чего хочет ребенок. Мы в садик записаны, и вот нам 2,5 года, и мы сейчас идем, с сентября уже будем идти в садик. 2,5 года, мне кажется, это вполне нормально. Уже немножко будет более без мам, без пап, ему будет комфортно. Так, просто дома сговорили, что пойдет. У нас он дома один, и у него еще маленькая сисичка, и так они играют. А рассказывали, что там будет много деток, много игрушек, там рисовать, читать, учить все будут. Он, конечно, говорит, нет, но вроде бы соглашается, вроде бы не капризничает. А там посмотрим. Я считаю, что в 2 года это как раз тот возраст, который они уже понимают, что им надо общаться с детьми, они детям тянутся. И с удовольствием уже идут в первые. Но так как у нас старшая есть сестричка, поэтому у нас она уже ходит в школу. И в сад мы пошли просто с огромным удовольствием, а как и сестра в школу. Сестра в школу, в сад, в школу, в сад. То есть с социумом мы стали знакомиться гораздо раньше, чем другие детки, потому что я знаю, наши знакомые все боялись отдавать рано. В садик они посчитали, что 2 года – это очень рано. Пусть лучше с бабушкой, пусть лучше с мамой, как кому. А потом, когда уже пошел в 5 лет, потому что в 6 лет в школу, ему было достаточно сложновато. Конечно, если ты приведешь и бросишь ребенка в незнакомую среду, у него будет стресс. Такой некий психический коллапс. Он должен быть к этому подготовлен. Его психика должна быть уже устойчивой достаточно и понимать, что он идет в новый круг общения. И в этом есть свои плюсы. Вы знаете, есть такое хорошее понятие, как переходное пространство. Родителям очень важно создать ребенку это переходное пространство. Да, если есть няни, возможность дать какие-то частные. А если нету, то все-таки садик, по личному опыту могу сказать, что даст, наверное, больше, чем в домашних условиях. Домашние дети, они дома... Да, домашние. А в садику все-таки более дается и учебы, и знаний, и всего такого. Дома, может быть, тоже это даст, но все-таки кажется, что коллектив, он более... лучше, чем дома один или как-то. В коллективе все-таки и дружбы они научатся, и делиться, и все это. Есть какие-то нюансы, которые, может быть, дома и не всегда покажешь, дашь. Это очень здорово, режим питания и режим сна, потому что дома, в домашних условиях, это не всегда получается. Практически не получается. Никогда не получается вовремя уложить спать. Как они все у нас 11:30, обед в 12:00, отбой. Хочет, не хочет, пусть тихонечко себе лежит, но она отдыхает.
от дома круговорот, 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 и потом уже к вечеру или где-то так тихонечко на подушечке. Устает. Режим – это очень здорово. Это самое, конечно, самое лучшее, что можно в садике придумать – это режим. Ну, мы будем как… надо вести ребенка сначала на часик, знакомиться с воспитательными, потом на 2 часа. И каждую неделю мы увеличиваем режим пребывания в садике. И потом оставляем уже, если ребенку нравится, будем оставлять, смотреть. То есть это не должно быть, вот мы пришли, бросили его и с чужой тетей, с чужими детками. А постепенно это должно быть, ну, вводиться это все. Ближе к сентябрю у нас будет собрание, и мы будем все знакомиться, родители друг с другом, естественно, с воспитателями, с садиком, с группой. Отдавать в детский сад детей родителям нужно тогда, когда они увидят и почувствуют, что их ребенок готов коммуницировать с другими, не находясь в зоне стресса. Это прежде всего. Что для них это будет комфортно. Это все очень индивидуально. Есть детки, которые и в 3 года абсолютно спокойно обходятся без родителей определенный период времени. А есть дети, которые и до 7 лет с трудом справляются с тем, что мама отсутствует какой-то интервал. Достаточно даже короткий. Но виноваты в этом, опять же, родители. Потому что хотим мы этого или не хотим, мы вынуждены констатировать факт. Многие мамы получают удовольствие от того, что их дети патологически к ним привязаны. То есть они как будто бы испытывают власть над ним таким образом. Другой власти они испытать не могут, и они испытывают эту власть над этим малышом. И дальше мы получаем проблему, которая сопровождает человека, уже выросшего по жизни. Потому что он без мамы не представляет вообще, как ему функционировать. Да, молодым родителям вообще он необходим. Во-первых, у них появится больше свободного времени, и не нужно бояться, что вот дети болеют, дети там не могут там с кем-то там в драке. Их нужно пораньше отдавать в садик, не бояться. Ну, болеть, да, болеть понятно, что детки все равно, пока они входят в этот период, карантинный период, не без этого. Но я считаю, что пораньше. И не бояться этого. Ну, это у каждого, наверное, индивидуально, смотря вот как ребенок себя ведет. Если он, ему нравится играть с детками, почему бы и не отдать его в ясельки? Если, естественно, ребенок тяжело входит в коллектив, как общается, то надо потихонечку вводить и позитив родителей, главное. И уверенность, что наши дети самые лучшие. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Ну, все-таки развитие. Оно больше даст там развитие какого-то вот, те же самые утренники, какие-то вот стишки. Это можно и дома, но там все-таки, может быть, не боязнь, вот когда при утренниках не боязнь общения. Все-таки есть плюсы и в садике. Общение, дележка, вот это вот, чтобы не было, это мое. Там, конечно, это есть всегда во всем этом, но все-таки кажется, что больше плюсов, чем... Это на мое мнение. Больше плюсов, чем минусов. Ну, может быть, и как, если нет, то примерно садика рядом далеко везти, это тоже как вариант хотя бы что-то. А вообще-то желательно, ну, мне кажется, на мое мнение, что если есть возможность, то отдать ребенка в сад, чтобы он постепенно до школы, и все это у него было, все эти какие-то начальные азы, чтобы это было. Підготовка до садочка – дуже важливий момент. І важливо, щоб малюк був готовий до походу у дитячий садочок. Малюк обов'язково повинен знати, що відбувається. Заздалегідь необхідно розповідати малюку, що він залишається тимчасово, що батьки за ним обов'язково повернуться і що в садочку йому буде весело і цікаво гратися з іншими дітками. Також важливо враховувати деякі елементарні навички самообслуговування, щоб в порівнянні з іншими дітками крихітка почувалася повноцінною. І якщо врахувати всі моменти та ретельно підготувати дитину до садочка, перші і послідуючі відвідування будуть радісні і цікаві.